Луна была источником вдохновения для писателей и других художников на протяжении веков. Это, без сомнения, муза сотен тысяч людей, живших на Земле. Другие же рассматривают наш спутник как средство утешения. Сколько влюбленных, страдающих от разлуки, писали стихи во время Луны. Насколько небесное тело имеет свое место в мире искусства, настолько же оно является предметом многих суеверий, особенно когда оно находится в самом ярком месте – полнолунии. Различные культуры сообщества связывают сверхъестественные или, по крайней мере, необычные события с полнолунием. Именно это породило множество легенд и мифов, окружающих эту фазу времени. Давайте рассмотрим некоторые из них. Влияние Луны на наш организм. Самые известные, во всяком случае один из них, мифы о полной Луне – это ее очевидное и предполагаемое воздействие на нас, людей. Говорят, что она влияет на нас точно так же, как она влияет на приливы и отливы в наших океанах, озерах и реках. В чем же заключается причина? Согласно этой группе людей, наше тело состоит в основном из воды на 75%, и поэтому полная Луна оказывает определенное приливное воздействие и на нас. Больше детей рождается в полнолуние. Другой миф, связанный с людьми, заключается в том, что в ночь полнолуния рождается больше детей, чем в другие ночи. Были ли какие-либо конкретные доказательства в поддержку этого? Вовсе нет. Наука не нашла ничего, что доказывало бы это. Некоторые люди сходят с ума во время полнолуния. Более разумный эффект влечет за собой то, что люди сходят с ума в полнолуние. Вот почему было придумано слово «лунатик». Оно происходит от латинского слова «lunaticus», что означает «пораженный луной». Итак, люди, страдающие психическими заболеваниями или проявляющие склонность к опасному и необдуманному поведению, будут называться сумасшедшими, поскольку говорят, что виновата полная луна. Медовый месяц – происхождение слова «полная луна». Теперь, когда мы говорим о полнолунии, вы уже подумали о слове «медовый месяц». Почему это причудливое название для событий, следующих за свадьбами, когда супруги отправляются в отпуск? Говорят, что этот термин произошел от полнолуния месяца июнь, который когда-то считался лучшим временем для планирования свадеб, потому что это был период ожидания между выращиванием растений и сезоном сбора урожая. Просветление Будды и Нирвана произошли во время полнолуния. Некоторые даже считают эти ночи священными. Например, общины Шри-Ланки придерживаются этой веры из-за легенд, относящихся к жизни Будды, которые, как говорят, происходили во время полнолуний. Он якобы родился в полнолуние, и в такие ночи случались также важные события, как просветление и нирвана. Чтобы отпраздновать его святость, жители Шри-Ланки практикуют определенные привычки, такие как закрытие своих магазинов, отказ от подачи алкогольных напитков и никаких действий, связанных с лишением жизни, включая рыбалку. Язычники и полная луна. У язычников тоже есть свои интерпретации полнолуния. Например, они верят, что Стоунхендж переживает свое самое мистическое время на закате полной луны, когда наша планета встречается со своим возлюбленным Солнцем. Некоторые люди превращаются в оборотней во время полнолуния. И как мы можем забыть легенду об оборотне, которая украсила пейзаж стольких литературных произведений, от Гарри Поттера до Дневников вампира и Сумерек? Говорят, что люди, укушенные этим мистическим существом, тоже превратятся в одного из них. Во время полнолуния они превращаются из человека в волка, и вам лучше не приближаться к ним, иначе приготовьтесь к укусу. Большинство эпилептических припадков происходит в день полнолуния. Согласно более научному мифу, полнолуние также ассоциируется с эпилептическими припадками. По мнению некоторых, эти ночи свидетельствуют о таких случаях, потому что Луна будет влиять на этих людей.
История свидетельствует даже о пациентах, утверждающих, что их припадки стимулируются Луной. Конечно, это вовсе не является доказательством. Авторы научной статьи 2004 года, опубликованной в журнале Epilepsy and Behavior, утверждают, что эпилепсию приписывают и другим сверхъестественным причинам, таким как колдовство и демоны. Следует отметить, что хотя это может звучать как научное объяснение, этот эффект не был доказан исследованиями. Ученые объясняют, что масштаб слишком мал, чтобы обнаружить подобные явления, если они вообще существуют. Плодородие контролируется полной луной. Еще одна человеческая черта связана с полнолунием – менструация. Обычное дело, скажете вы. Они оба происходят ежемесячно, и поэтому они должны быть связаны. Утверждается также, что само плодородие контролируется луной. Однако истина заключается в том, что менструальный цикл каждой женщины варьируется в зависимости от количества дней. Это может быть около 28 дней или даже 35, в то время как лунный цикл установлен на уровне 29,5 дней. Полнолуние мешает людям хорошо спать. Насколько верно это утверждение? Исследователи однажды предположили, что лишение сна может быть эффективным в полнолуние. Однако последующие исследования, проведенные другими учеными, не нашли убедительных доказательств этой связи. «Полнолуние, воскресенье, дурное предзнаменование», — говорят некоторые. Если это небесное событие произойдет в воскресенье, вам лучше остерегаться невезения. Однако, если они случаются по понедельникам, да, в самый страшный понедельник, то это признаки удачи. Само название «понедельник» произошло от среднеанглийского «Monday», что означает «лунный день». Полнолуние может оказывать свою силу на людей, вызывая потерю крови. Это еще один миф. Говорят, что врачи иногда не идут на хирургические процедуры в полнолуние, потому что они считают, что существует большой риск для пациента умереть от потери крови. Также добавлено, что люди испытывают больше желудочно-кишечных кровотечений во время полнолуний, однако, как и в других мифах, касающихся гнусного воздействия Луны на человеческое тело, наука не нашла никаких доказательств в поддержку этих теорий. Странные вещи определенно происходят во время полнолуния! Другие люди верят, что в полнолуние обязательно происходят странные вещи. Но дело в том, что на нашей голубой маленькой планете постоянно происходят странные вещи. Другие дни также часто будут наполнены странными и необычными событиями. Возможно, эта вера возникла из разума людей, потому что они действительно озабочены подобными мифами и поэтому более восприимчивы к обнаружению этих странных вещей. Остров Копханган в Таиланде празднует каждое полнолуние вечеринкой. Празднование полнолуния – это традиция в некоторых регионах мира. Например, остров Таиланд по имени Копханган славится своей вечеринкой полнолуния, на которую каждый месяц стекаются тысячи людей. Уровень преступности увеличивается во время полнолуния. Если люди сходят с ума во время полнолуния, каковы возможные последствия? По некоторым данным, уровень преступности в эти ночи повышается из-за Луны. Да, верно. Обвиняйте Луну в действиях человека. Она не может защитить себя. Так что да, идите вперед и скажите, что это ее вина. Объяснение этому может быть связано с большой видимостью в эти ночи, которая побуждала бы преступников продолжать свои вредные действия. Собаки становятся более агрессивными в полнолуние. Действительно, так много легенд описывают, как полная луна заставляет людей сходить с ума. Знаете, что животных тоже не пощадили. Считается, что собаки становятся более агрессивными, они также якобы лают и воют в большей степени. Так что теперь, помимо наблюдения за оборотнями, вы должны быть осторожны и с сердитыми собаками во время полнолуния. Влияние полнолуния на львов. Львы часто упоминаются в рассказах о полнолунии. Говорят, что они нехарактерно охотятся днем после полнолуния, даже если нормой является кормление ночью. Полнолуние влияет на ваш сон и время, необходимое для засыпания. Полнолуние тоже имеет право голоса в ваших снах.
Эта гипотеза, по-видимому, подтверждается научным исследованием, проведенным группой ученых из Гетеборгского университета, базирующегося в Швеции. Полученные результаты намекают на связь между циклами Луны и чувствительностью к нарушениям. Испытуемым якобы требовалось на 5 минут больше времени, чтобы заснуть, и они также спали меньше, в то время как имели больше быстрого сна, фазы сна, связанной с процессом сновидения. Однако этот результат не подтверждается другими исследованиями. Полнолуние и пятница 13. А как насчет смертельной комбинации? Представьте себе, что может произойти во время полнолуния в пятницу 13. Последний уже считается днем невезения, когда с хорошими людьми может случиться что-то плохое, а что-то нет. Добавьте это к общему невезению, связанному с полнолунием. Я даже удивляюсь, как мы вообще живы. Не смотрите на полную луну, если вы больны. Если вы больны и смотрите на полную луну, вы только ухудшаете свое состояние. Да, это еще одно суеверие. Больным людям говорят не смотреть на луну, потому что это может повредить их здоровью. А о каких мифах знаете лично вы? Сообщите об этом в комментариях.